То, о чем я хочу говорить, это позднеантичная литература, которую еврейская, которую иногда называют ранней еврейской мистикой, иногда с точки зрения того, что там описано, иногда называют литературой апокрифов и псевдоэпиграфов, просто потому что как-то ее обозначить надо. В данном случае в названии доклада я использовал формулировку «визионарная литература», в том смысле, что меня интересует предметный мир, который мы видим в литературе, построенный как видение. Да, в постбиблейскую эпоху, в результате определенных преломлений литературных традиций пророческого видения библейского, появляется литература, которая продолжает традицию видений, традицию некоторых экстатических явлений, которые носят непрямой символический смысл, в отличие от пророческой литературы, классической, визионарная литература гораздо больше ориентирована космологически, поэтому часто говорят о том, что на самом деле она является преемницей литературы мудрости, в том смысле, что она стремится описать мир, да, и часть того, что включают в раннюю еврейскую мистику, например, астрономическая книга Еноха, и являются во многом естественно научными или, по крайней мере, стремящиеся именно к описанию реального мира через символические парадигмы памятникам. Я хотел бы пытаться посмотреть, как работают границы того, что такое вещи и что такое не вещи, вот в этом вот, как мы бы сейчас сказали, галлюцинаторном мире ранней еврейской мистики. И формулировка «живые вещи», которую я вынес в заглавие, она связана, по большому счету, с одним единственным примером, который представляет собой такой вот гапокс в вопросе об отношении, об соотношении в мире апокалиптических видений предметного и человеческого, а именно случай, когда происходящее в небесном, отличие небесного мира от земного и описывается как превращение предметного в человеческое. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это значит, собственно, приведя сам пример. В «Откровении Авраама» удивительный и, в общем, крайне своеобразной, ни на что не похожей работе, созданной, предположительно, в конце первого века христианской эры, в не вполне однозначно идентифицируемой еврейской среде и дошедшей до нас только в церковно-славянской рецензии, которой много занимаются последние годы Александр Кулик в Иерусалиме и Андрей Орлов в Маркет Юниверсити. Правда, вот на то самое место, которое меня волнует, они как раз внимания не обращают. Так вот, в процессе перехода Авраама в этом тексте, Авраам в этом тексте, оно поэтому называется «Откровение Авраама», выступает как визионер, и вот Аврааму предстоит путешествие на небо, которое вписано в внутриспецифического истолкования библейского эпизода «Завета между рассеченных туш». Ангел 40 дней ведет Авраама по пустыне, они приходят на гору Божью, славный Хорив, как выражается наш церковнославянский текст, и там Авраам должен принести повеленную ему жертву из трех животных и двух птиц, из которых животных нужно будет разрезать пополам. И у Авраама это вызывает резонный вопрос, правда, почему-то только к 40-му дню пути, что у него нету с собой ничего из того, что нужно принести в жертву, и он не знает, говорит он, требичного места на горе. Я не знаю, где на этой горе приносят жертву. Его, на первый вопрос ему ангел отвечает вполне в духе примерно любых визионарных традиций, в том числе и книги Хескеля. Он ему говорит: оглянись, Авраам, оглядывается и видит, что все веленые животные идут. То есть нам сразу показывают, что мы уже за эти 40 дней без еды и питья перешли в магический мир, где реальность меняется на наших глазах. Да, так вот, первый вопрос был: где то, что нужно принести в жертву? Авраам оглядывается, и вот оно откуда-то берется, оно само идет. Разумеется, это отсылка к другому известному эпизоду с Авраамом, к Акиде, к жертвоприношению Ицхака, да, где тоже, оглянувшись, они обнаруживают барашка, который заместит Ицхака. Но у Авраама здесь был еще второй вопрос, что на этой горе нету места, где приносить жертву. И
На этот вопрос ему тоже дают ответ, что туши, которые ты разрежешь, ты должен отдать двум мужам, которых я покажу стоящими рядом с тобой. И дальше Авраам говорит, что я рассек туши и отдал их ангелам, которые к нам пришли. Вот эти ангелы появляются на этом месте и исчезают. Они пришли, даже как они ушли, нам не сообщаются. Да, то есть это очень странно выглядящее место, где и про этих вот мужей говорится, что они суть жертвенник. На горе приносите жертву предвечному. Да, то есть эти ангелы, они два ангела и называются жертвенник. Как они функционируют, нам абсолютно не сказано. Да, как могут, например, два антропоморфных существа унести три туши, не совсем понятно. Да, это никак не комментируется. Более того, что самое удивительное, что дальше мы видим, что туши остаются на месте, потому что по ходу вот этого вот подготовки Авраама к полету на небеса, дальше на туши, на телеса слетит нечистая птица, которая дальше окажется Азазелем. То есть от того, что он отдает эти туши ангелам, ангелы вдобавок остаются на месте. Возможно, автор тут немножко в своих деталях запутался. Да, так вот, мой вопрос, с которого я начинал это исследование, был в том, есть ли у нас другие аналоги в этого же типа литературе, другие аналоги ситуации, когда реальный храмовый или культовый предмет, жертвенник, замещается человеческими ангельскими фигурами, антропоморфизируется. И обнаружилось, что вообще для такого именно случая мне обнаружить в литературе ранней мистики не удалось. Да, с одной стороны, да, в видениях часто фигурируют предметы, имеющие космологическую значимость. Визионеру показывают древо познания добра и зла, ворота, через которые выходит и заходит солнце, ворота, через которые входят и заходят ветра, показывают какие-то места или предметы, отсылающие к грядущему воздаянию праведникам и наказанию грешникам, яма, в которой будет гиена или что-нибудь в этом роде. Да, показывают крайние природные предметы. Еноху в книге «Стражей» показывают устье всех рек. Да, видимо, крайние предметы в том числе важны для формулировки предмета видения как вселенского знания. Еноху и всем остальным визионерам показывают все, что есть во Вселенной. Да, и как маркировать показывание всего? Оно маркируется такими символическими, в данном случае символизирующими свою предельность, символизирующие абсолютное знание, знание о началах и концах. Предметы такие, как центр мира, край мира, тот или иной край мира, отверстия между небом и землей, устье реки и так далее. С другой стороны, действительно существуют и храмовые предметы, те самые, о которых говорил сейчас Леня, предметы храмовой утвари, точнее их небесные прообразы. Для древнего еврейского читателя тоже было большим вопросом, зачем, например, Моше получает настолько подробную инструкцию по строительству скинии, поднявшись за скрижалями с договором из 10 заповедей. Вдобавок, если учесть, что в конце длинной заказа на строительство Моше к своему облегчению узнает, что делать это будет не он, а Бецалель. Да, так зачем же тогда Моше Всевышний так долго расписывает описание храма? Это вопрос, на который античные экзегеты пытались отвечать. И один из основных ответов, разумеется, заключается в том, что стало быть, тем более, что на протяжении этой перекопы в Торе несколько раз звучит формулировка «сделай все по образцу, который я тебе показал». Да, получается, что у Всевышнего есть некоторый небесный прообраз скинии, и на самом деле Моше рассказывают, как сделать скинию в мельчайших деталях, не для того, не из строительных нужд, да, а это тоже способ передачи ему некоторого космического знания. Да, и тогда небесная скиния должна быть больше,
лучше, чем с Кинией, она должна быть, наоборот, тем означаемым, к которому отсылает земной храм. Да, потому что она одновременно и имеет формы, похожие на земной храм, и обладает какой-то космологической значимостью. Например, Эвен-Шсия, центр древневосточного храма, соответствует в космологическом мире Левиафану. Там у бог отделен в эфиопском Енохе стеной из огненных камней, он находится в доме из огненных камней, в который никто не может входить, и вот эта отделенность бога онтологическая, да, ее проекция в земном мире будет устройство святая святых. Да, и там и точно так же, например, именно в нашем откровении Авраама шикарным образом функционирует паргод, завеса храма. Об этом тоже, собственно, Орлов много пишет, что когда Авраам стоит на небе, то у него под ногами находится завеса храма, то, космологического, да, то есть у вселенского храма завеса – это небосвод. И впоследствии в Мидрашах тоже будет встречаться мотив того, что небосвод или все семь небосводов – это такие занавесы. Да, и вот Авраам получает свое видение, глядя себе под ноги, потому что то, что у него под ногами, это вот раскрывающаяся катапетазма, раскрывающийся паргод. Мотив, что на паргоде была выткана вся история, он тоже впоследствии в талмудической литературе будет иногда звучать. Одновременно, да, когда небо раскрывается, и Авраам смотрит вниз, несколько раз говорится, что то, на чем он стоит, вот то, через что он смотрит, прозрачное, да, оно называется словом «изделие». Понятно, что это отсылка к Маасе, которое было под ногами у антропоморфной фигуры, которую видели Моше и старейшины перед тем, как Моше поднялся на Синай. То есть это одновременно и космологический предмет, и храмовый предмет, точь проекции чего будет паргод, да, и экзегетический предмет. Наш автор для того, чтобы доказать, что, как устроен, как бы, значимость храмовой завесы, он показывает, что храмовая завеса одновременно и небосвод в масштабах вселенского храма, и находит эпизод, в котором бы соотнести этот способ, эпизод Торы, с которым можно было бы соотнести такую интерпретацию паргода. Там, с третьей стороны, бывают чисто экзегетические предметы, которые возникают для интерпретации библейского текста или чудес в библейском тексте. Или, наоборот, неясности в библейском тексте. Самый красивый пример такого рода – это три цветные веревочки, которые получают в завещании Иова Иов. В завещании Иова автор пытается объяснить, что же произошло между Иовом и Богом в библейской книге. И, в частности, он обращает внимание на то, что библейский автор вообще-то забыл Иова вылечить. Да, на момент разговора с Богом Иов не только все потерял, но еще он и болен какими-то болячками, по некоторым версиям, червяками. Да, он весь покрыт язвами. И вот хозяйство ему возвращают, детей возвращают, а что Иов выздоровел, библейский автор написать забыл. И это, разумеется, экзегетов смущает, и они находят выход. Несколько раз в процессе своего разговора с Иовом Всевышний ему говорит: «Припаяшь чресла твои». Но при этом мы знаем, что Иов сидит на куче нечистот без одежды. Совершенно не очевидно, что ему есть чем подпоясаться. Да, видимо, библейский автор имел в виду, что это фразеологизм. Но реально звучит непонятно, чем должен Иов припоясаться. Да, и экзегеты, на традицию которых опирается завещание Иова, предлагают версию, что каждый раз, когда Всевышний говорит Иову «припаяшься», он передает ему некоторую веревочку, которую Иов припоясывается, и от этой веревочки его болячки проходят. И дальше в завещании Иова Иов передает эти веревочки своим дочерям, умирая, и они, с одной стороны, защищают их от злых духов, с другой стороны, там, обеспечивают им дорогу на небо. Да, такие вот целиком выдуманные автором апокалипсиса волшебные предметы, которые нужны только для того, чтобы объяснить трудности, возникшие у него при чтении библейского текста. Да, есть предметы более очевидные, есть посох Моше, и посох Моше, возможно, был бы ближе всего к тому типу соотношения между предметным и человеческим миром, с которого я начал, но не до конца.
Да, то есть действительно есть традиция, что посох Моше – это некоторый особенный магический или божественный предмет. Он в Торе называется в какой-то момент Мате Элуким, да, посох Божий. Мы знаем, что он мог превращаться в змея. И вот впоследствии в Зогаре есть заявление, что на самом деле посох Моше был ангелом Метатроном. Но в литературе позднеантичного периода ничего такого мы не находим. Максимум он создается как в Пирке Авот. Есть перечень вещей, которые были сделаны до сотворения мира, потому что они противоречили правилам мира. И это такой уже немножко пародийный список, потому что, например, в нем есть уста ослицы Билама. Поскольку ослица заговорила, а вообще-то так не бывает, то значит рот для этой ослицы нужно было сотворить до того, как были установлены законы природы. Да, так вот, посох Моше входит в ряд списков того, что пришлось сотворить до сотворения мира, но то, что он одновременно является ангельской сущностью, в литературе этого периода мы не находим, находим только сильно позже. С третьей стороны, можно говорить о том, что в визионарной литературе характерно стремиться к преодолению границ определенных в этом мире между теми или иными онтологическими сферами. Да, в этой литературе мы часто видим тему превращения людей в зверей. Например, начинается это с Навуходоносора в книге Даниэля, потом будет спроецировано и на Иова, и будет мощная комментаторская традиция, что когда Всевышний говорит Иову: «Вот бегемот, которого я сотворил с тобой», что это Иов, из Иова вырастает некоторый бегемот, с которым Иов дальше должен существовать физически. Да, то есть превращение людей в зверей. Есть превращение людей в ангелов, которые в том числе могут символизироваться превращением человека, превращением животного в зверя. Есть превращение животного в человека. Есть в составе эфиопской книги Еноха книжка конца II века, которую мы называем «Апокалипсис животных». Там вся библейская история пересказана на птичках. Например, израильтяне там овцы, их противники волки, еще бывают разные быки и так далее, и так далее. И из всего вот этого зоопарка только одна овца становится человеком, и это подразумевается, по-видимому, Моше Рабейну, который ангелизировался. Да, то есть, в принципе, в этой литературе есть тенденция к, например, превращению символическому, да, к описанию некоторых трансформаций человека в ангела, человека в зверя, ангела в зверя и так далее. Собственно, и в самом Откровении Авраама Азазель прилетает в виде нечистой птицы. Но это тоже не очень хорошо нам объясняет жертвенник, который состоит из ангелов. И поэтому, для меня, по большому счету, для меня так и остается некоторым вопросом, насколько этот уникальный и случайный момент, а насколько это тенденция. То есть можно ли говорить, что среди разных взаимопревращений, которые в этой литературе описываются, есть и мотив того, что в небесном, вот этом вот идеальном мире предметы превращаются в существа, предметы антропоморфизируются, и это часть перехода в более высокий онтологический мир, чем наш? Или да, есть ли такой горизонт в целом в этой литературе, или это уникальный случай в данном Откровении Авраама, природа которого нам непонятна? Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, замечания, пожелания? У меня есть маленький вопрос, комментарий. Так. Не может ли быть такое, что эти два некто, которые берут жертву Авраама, это те, которые на крышке херувима? То есть это, ну, как сказать, их небесные обличия. Между прочим, да, то же самое. Херувим. Вот, потому что, да, мы же приносим жертву в храме перед Богом. Ковчег с херувима – это подножие или престол. Да? То есть апропомы – это некоторые приношения жертвы перед ковчегом. Поскольку нет еще пока ковчега, но сама-то идея уже есть, и те, которые потом спустятся на крышу, они уже тоже должны быть, то есть это вот они... Да, спасибо. Вот я надеялся, что мне кто-нибудь подскажет что-нибудь остроумное. Да, с одной стороны, мы, конечно, не запихиваем жертву в херувимов на крышке, но с другой стороны, их парность, да, может быть хорошим объяснением. Спасибо. Дальше вопросы.
Да, еще разодранные, между прочим, на две части эти животные. Мне вспомнилось Катапетасман, вот эта вот завеса храмовая, которую разодрал Иисус в послании к евреям. И это Катапетасман, это было его собственное тело. Да, это тоже может быть направлением сюда, потому что похоже, что движение Авраама, оно проходит как бы между туш вслед за Всевышним, то есть это разрывает, это разрывает. Разбирается.